Всем привет! Всем привет! Мы от Ирины Сергеевны получили посылочку с Алтайского края. Открыли, а там богатство. Ого. Посмотрите. Для девочек рай. Ага. Это Томочкин. Ободок. Томи. Вот я сейчас с киской и ободочком. Угу. Красивый. О, кто-то увидела. Это, наверное, она сама делает. Да? Как ты думаешь? Я думаю, возможно, да. Тома, посмотри на меня. Вау! Я тоже думаю, потому что тут, вот видите, как вот это, мне кажется, она, Ирина сама делает своими руками. Да? Сашенька. Круто. Резиночки. Ну, Санечка, для тебя. На хвостике вообще красиво будет, да? С весёлочками. Это Женечка. Круто. В школу ходить, ага. Белый, синенький. А это, наверное, Томочки, потому что написано «Мамина зайка». Ой, жуткие. Заколки такие. Заколки такие большие. Вот надо же, руки какие золотые, вот эту вот всю красоту так делать. Тоже зайчики, наверное, тоже детские для Томочки подойдут. Ну да, да. Так и девчонка можно, что они еще маленькие все равно. А нет, есть Томочка. О, и для Томы есть, посмотрите. Такие же. Мама, это есть Томочка. Синячки. Нравится сама тебе? Делает, да? Наверное, Том. Да. Ну, не могли же покупать? Нет, это, скорее всего, самодельные. Да, я тоже думаю. Продавцы же не могли узнать наши имена. Что и они это оформлены так, и то, что на такой бумаге, как бы... Мама, это вот так делает. Ой, ну надо же так. Я вот никогда... У меня нету способности вот к такому творчеству. Вот, смотрите, какая радуга. Смотри. Ну, это нужно быть очень творческим человеком. Вот школа, смотри, как красиво будет. Девчонки, да. Смотрите. И усидчивым надо быть. Да. Вот эти вообще классные. Классные, да. Бантики. Круто. Это такая, такая красота. Вот тоже очень красиво. Аккуратно и красиво. Ирина Сергеевна, огромное вам спасибо. Единственное, нам неудобно, у нас всегда холодно, мы в шапках ходим, я вот, если только с собой брать, в школе это им одевать. Можно и дома. Только что дома ходить, вот сколько Настенька показывает. Угу, какая да. Красота, столько работы. Угу. Наверное, весь день сидит и делает. Классные. Какие красивые. Для учениц, я думаю. Угу. А мы на 1 сентября покупались. Какая красота. Да, да, да. Оп. Ой. Мама, так смотри, смотри, как черненькие. Какие маленькие, аккуратные. Это заколочки уже, посмотрите. Вот смотри, как вот эти это, вот. Да, это все делается своими руками. У меня племянница Света, у нее есть канал. Светлана Я называется. Она тоже делает вот такие заколки, всякие украшения из бутылок. Букеты из носков и памперсов. Там даже бисер пересыпается. Да ты что? Ну-ка. Точно, смотрите, при ходьбе он будет смешно подпрыгивать. Ой, какая красота, там, смотри, красота. Смотри, Хэллоу Китти. Смотри, мам, такие же бантики, только Хэллоу Китти. Ой, какое красивое все. Девчоночкам оденем и будут ходить красивые. Наденем. Девчоночкам наденем. Вот такое же. Ой, какое яркое солнышко. Рыжику нашему. А этот цветочки. Ой, какая красота. А тут божьи коровки. Где божьи коровки? Вот. А это вот такое строгенькое в школу. Мама, это как наши рубашки. Точно, точно. Какие. Ну, спасибо вам огромное, Ирина Сергеевна, за такую красоту. Все очень красивое, очень. Я говорю, единственное, нас до этого еще присылали. Ну, нам одевать, вот прям, я не знаю, все время мы в шапках. Если только действительно таскать с собой. И в школе эту красоту на волосы. Ну, вот это вот можно самим собой брать. Где? Ой, красиво. Это что? О, вот это какой. Куточка.
Какое богатство. Резинки. Да, здесь еще заколки есть. Большие где-то были еще заколки. Золотые руки у Ирины Сергеевны. А, золочки. Мне кажется, даже Дарине можно некоторые тут выбрать, да? Ну, нет. Вот эти, например, вот такие. Да, Дарине. Даже вот такие можно, даже вот такие можно. Угу. Сейчас прическа можно. Ай. А тут еще эти бусинки. Бусинки. Они не будут ли? Да, такие. Вообще очень красиво. Очень, да. Косичками. Косичками. А это что, заколки, что ли, нет? Это резиночки. Вот вчера был день учителя, но мы в шапках, я ничего им даже не делала. День учителя нет. Вчера в был. День учителя мы без шапок были. И сегодня день учителя, но праздновали вчера. Сейчас Настенька поедет. Она вот нарядилась уже. Поедет поздравлять свою учительницу. Они все складываются. Цветы Настя показывала. Покажи, какие. Сейчас. Мам, я хотела, чтобы... Меня вот так. Ой, смотри. Угу. Я хотела, чтобы были у меня вот так черненькие были. Ну, можно. Сейчас тебе Настенька привяжет их вот. На волосы. Вот и такой. Тортик еще купим сейчас с Машей. Угу, вот такой. Покажи. Букет. Вау. Ну, было там несколько на выбор, но я говорю, осень-то вообще красивый, яркий такие. Да, да, да. Вот такой букет понесут учительницы. И тортик еще. У нас учительница... В класс пришла к Насте сразу после института. Ну, учитель от Бога. Есть такие учителя, которые вот именно прям учитель-учитель. Это да. Смотри, Женя, какие выбрала. Ну, черные волосы. Санечка, а ты себе какие выберешь? Где можно, смотри, вот такие беленькие. Нет, один какой-нибудь выбери, у тебя коса одна. Эти большие, доченька, для тебя. Давай что-нибудь поменьше Настенька тебе выберет и тоже сделает. Доченька, давай Настенька вот. Тебе. Ой, как круто. Посистеньки. Что, раз сделаешь вот такое одноцветное? Вот сколько видео вышло, я ничего ни разу не сказала про Лину с Дариной. Они даже не звонят уже 2 или 3 дня. Ну, я тоже не беспокою. Во-первых, я пробовала звонить, мама, у них связи нет. Вот сейчас, ага. Давай. Все у них там прекрасно. Учатся, лечатся. И на дискотеку без конца бегают. Я им говорю, девчонки, что-нибудь поснимайте. Они, мама, некогда им вообще. Ой, Томми вообще красивый, еще под костюм подходит. Да, я постирала, она сразу с утра его надела. А Томочке можно вот такие еще надеть. Вот Сергеевна сейчас будет любоваться на наших красавиц. С какой любовью и тщательностью, с какой заботой для наших девочек она делала. Мама, я думаю, она и на продажу это делает, конечно. Да? Мама, потому а что... ты видела, что тут еще? Ну, это тоже вот это все надо заплести, это все сделать. Это надо очень любить свое хобби такое. Вот тоже заколочки. Вот такое. Такое все красивое. Я вот эти заколочки. Да. Ну-ка давай вот сюда, иди головочку. Так посмотри. Покажи. Только бы, Настя, ты сделала как-то разные. Одну снизу, другую сверху. Сделай одинаково. Смотри, как она корявая. Ну иди сюда, она так сидела просто. Вот у Санечки. У Санечки красивая одна. Томочка, ну-ка иди сюда, моя красота. Сашенька, ты видишь? Жень, вот ты прямо головку сделала, чтобы я взяла. Вот. К Алене, наверное, сегодня пойдут. Вот такие красивые. Да, кстати, она уже звонила, у меня пропущена. В гости. Вот, еще. Девчонок. Браслетик. Настя увезет их. Да. Все, теперь из одинаково. Бусинок. Мама, как вот, они вот, теперь одинаково красиво. Мама, как бусинки сделали? Мам, еще с ушками. Нет, бусинки, скорее всего, покупала она. Да, у Жени вообще красиво. На ушках черные и блестяшки, и эти черные и блестяшки. Да. А надо фотосессию где-то как-то заказать. В Ачинске. Ну, наверное. Надо как-то подгадать, чтобы и ты была тоже. А что это такие? Девчонки, когда приедут, тоже все. Вообще, я знаю очень хорошего фотографа в Красноярске и дорогого. Ага. Нам
куда доехать. Ага. Ну что, надо ехать. Ага. Ну все, спасибо большое Ирине Сергеевне за такую красоту. Огромное спасибо. Спасибо. И всем до свидания. Пока-пока. Вот такие мы красивые. Вот. Чьи щеки толстые. Болтается голова. Где не валяется? Ну, а это на тушилке висят. Какая тоже надо одевать. Ой-ой-ой, еще и головой помахивает. Ой, надо одевать. Где папка, Где? Ой, скажи, я уже замерз. Ой, пеком. На лягушку одевай. Чё, Томочка, икаешь? Почему мелкие не спят? Потому что песенку надо с ними попеть. Так, надо тут прибрать. Вот мы одетые.